Че, серьезно, ребят, это самое? Стрим упал, что ли? И на Ютубе не было трансляции. Стрим вернулся, нифига себе. Что-то, кстати, с Ютуба так никто и не писал. Блин, ну я не знаю, у меня написано потери кадров 0. Полтора часа идет трансляция, и не знаю, вроде все нормально. Если что, потом залью целиком. И ОБС у меня не глючил. Я не знаю, ребята, может, правда, Twitch глюканул что-нибудь. Рестрим глючит. Ага. Амкола, ты на Ютубе не смотрел там это? Тоже трансляция оборвалась? На Ютубе был кто-нибудь из вас, ребят? Потому что у меня все четко. У меня ОБС не отключался. Потерь кадров не было. Короче, все как обычно. Блин, ну это это фигово, конечно. Ладно, посмотрим потом. Как там что оборвется, как вернется. Не смотрел, на Twitch перескочил, ну ладно. Добил я последнего этого, последнего врага. Сейчас появились боссы. Боссов здесь сразу два. Ой, что творят. Ой, как они сгруппировались, прям. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да что это за атаки имбовые какие-то? Ой, только не говорите, что он куда-то свалил. Слэм из второй части, Аугер из третьей. А, то есть Райкири это тоже, да? Отсылка к старым частям. Гаррет, такие шутки здесь не проканают. Я стрим не вырубал. Запись у меня будет целиковая. У меня чат продолжал так же. То, что вы писали, я все видел. Но почему трансляции не было, вот это я не знаю. Блин, мне надо другого добить, у него маленькой жизни осталось. Он, конечно, свалил куда-то. Он куда-то свалил, сволочь. Тампер вообще был в первых трех. Так, что-то я ему вообще ничего не отнимаю. Так, ну Супер Слэм до сих пор с плохим здоровьем, то есть есть шанс его добить. Где-то он суетится, я не могу понять, где он лазит. А, вот и он, кстати. Вот это максимальная подлость, вот это вот. Заморозили прямо перед аптечкой. Ну ладно, взял. Я думал, сейчас кто-то опять из противников возьмет. А, вот она, Фризон была. Фризмо, точнее. Куда поехал, сволочь? Да как не заморозил-то он? Да он прям у меня перед глазами был. Как он так пропал-то? Ой, какая честная игра, ой, какая честная. Прям максимально честная. Ребята, зайдите на YouTube кто-нибудь, напишите сообщение. Может, у меня на YouTube вообще уже трансляции нет. Или, может, трансляция идет, но чат отвалился. Так, вот я сейчас попробую провернуть этот момент прикольный. Так, давайте, езжайте сюда. О, едет, едет. Ну-ка, ну-ка. Профит. Просто профит называется. Я заморозил врага. О, Гаррет, спасибо. Спасибо, Гаррет. Все пашет. Ну вот, замечательно. На Ютубе, значит, сохранится целиковая запись. Чё-то, ребята, Twitch лаганул, мне кажется. Чё-то он конкретно. Чё я сейчас сделал, в общем? Я сейчас поставил заморозку, которая активируется кнопкой действия, прямо на краю моста.
на краю моста перед обрывом. Когда противник начал ехать, Басинский начал использовать ускорение, чтобы перелететь обрыв, я активировал заморозку, и он с полной шкалой здоровья просто вниз сорвался. Обожаю вот такие моменты в этой игре. Так, что, сколько? Две трассы, по-моему, остается. По-моему, две трассы еще. Амазония была. Нефтяные вышки сейчас были. Прервалось и на Твиче, и на Ютубе. Блин, ну это фигово, конечно. Давно у меня такой хрени не было. Ладно, два куска, значит, будет. Пускай два. Пускай будет так. Лабиринт. Если потеряешься, не паникуй. Заберись на верхушку или позови механика. Написано в рифме, кстати. Давно у меня такого не было. Рестрим сайт, значит, что-то глюканул. Да, вот это предпоследний уровень, и остается последний. Остается последний. Последний раз, когда я гол 3 проходил чемпионат, у меня тоже где-то... Сейчас просто в жопу ракета прилетела. Ну, конченая камера, блин. Что-то дамажил, дамажил, нифига не отнял. Вот как это называется? Flatout 2, офигенная игра. У меня батя в какой-то Flatout рубился, кстати. Было дело. Я особо тогда никакие гонки не запускал еще в это время. По-моему, он играл как раз во вторую часть. Так, 6 противников, предпоследняя трасса, нормально идем. Надеюсь, больше мне рестрим не выкинет таких. Таких свиней. А, у тебя тоже Амкул недавно такое было? А, ну это прям вообще быстро. Думал, часа на 3. Ну посмотрим, Илюх. Последние трассы, они вообще жесткие. О! В очередной раз генерал. Нет энергии на массивную атаку, понял. Генералу жопу подпалил. Вот тут остаточный эффект какой-то непонятный. Блин, он в щит активировал, сволочь. Да покажите мне хп генерала, чё мне... Блин, не показывают, ну ладно. О, еще одна аптечка, отлично. Больше аптечек подберу сам, меньше останется противнику. Flatout 2, списки начатых давно и не пройденных игр. Сесть что-либо. А чё там, чемпионат есть, Амкул? Засесть, то есть, я понял. Там есть вообще типа сюжетки чё-нибудь? Я не помню, у меня батя рубился, но по-моему он не заморачивался так просто. Опять я пустой, к сожалению. А, там кубки есть. И мини-игры классные, понял. Она только на ПК выходила или на какой-то консоли тоже релиз был? Потому что я помню, отец у меня на ПК играл. У нас даже руль какой-то был. Он у знакомого брал. С педалями, все как положено. УАЗик какой-то играл, 4x4 полный привод. Тоже ему нравилось. Я по гонкам не особо. Меня пройденных гонок, я не знаю, даже на пальцах одной руки не хватит. Ну, одной руки хватит, чтобы сосчитать все гонки, которые я проходил. Так, вот здесь где-то тоже секретный коридор есть. Чё-то Калипсо так за мной охотится. Чё я тебе сделал, мужик? Иди сладкозубы бей, он твой главный враг. Придурок, зачем с нами участвовать? Тоже такая локация какая-то мутная.
фрезеровщика, ну да. Хотя там тоже случаи разные бывали. Где пол фаланги, где ноготок только пострадает. Но все равно, даже руки фрезеровщика хватит, чтобы посчитать, сколько я гонок прошел. Такие дела. Я даже в файтинге больше играл, чем в гонке. Даже шутеры от первого лица больше запускал. О, вот какой-то секретные ворота вниз. Ну-ка посмотрим, что тут у нас есть. И уже кто-то за мной едет, замечательно. Только проковырял секретный проход, уже кто-то там. Так, аптечка, нормально. Еще одно граффити. Диск лежит от Буки, нифига себе. А у меня ничего не сохранилось. Ем все говно. У меня любимый жанр 2D-платформеры. Если физика в них реализована нормально, терпимо, то, в принципе, игра может одной из любимых стать. Так, кто-то там при смерти, по-моему. Ну где они все? Наверху, что ли, ездят? Еще одна трасса-лабиринт. Вот не люблю лабиринты в этой игре. Ездишь между этими стенами, проходами. Кто где суетится, кто где там воюет. Никого не видно, не слышно. Так. А, вот они, наверху все. А, только увидел врага, сразу пропал. Замечательно. Своим супероружием себя же заморозил. Профит. Просто профит. Ладно, нормально. Надо автолоб запустить, он хорошо действует. Только поближе кого-нибудь увидеть бы. О, аптечка. Аптечка где-то. Во. Что-то аптечек многовато на уровне. Опять, походу, затянется ливел. Worms 3D. Sonic с переводом. Летающий валенок? Это что такое, Шигон? Никогда не слышал ничего подобного. Летающий валенок. Кошмар. Так, Калипсо при смерти, но я, конечно, не вижу, где он. О. Где-то ездят, где, непонятно. Я даже не могу ни с одним противником встретиться. О! Google Eyes. Google Eyes на меня нарвался сейчас. Мина где-то шумит. В диалоге Эггмана. Понятно. Так, генерал что-то тут суетится. Все, генерал, ты попал. Ни хрена себе у него радиус действия супероружия. Не-не-не, генерал, я тебя не отпущу, даже не думай. Даже не думай, генерал, сматываться от меня. Вот так вот, отлично. Смотрите, летающий валенок, лицевоз, корабль Egg Carrier. Так, 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 так. Пять противников осталось. Калипсо на последнем издыхании ездит. Метр мейт, меньше половины. Ну вот где они? О! Только свистни, он появится. Калипсо. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига меня жахнули. Эх, улетел. Улетел, улетел. Не успел Калипсо добить, к сожалению. Вылетел с верхней платформы, так бы у меня убойная позиция получше была. Хотя бы пулеметом его подамажил. Ну нафига такие лабиринты жесткие делать, капец. Тут вообще тупики какие-то. Жаль, не сохранился диск Empires Dawn of the Modern World. Стратегия 3-го года. Отлично, Калипсо готов.
Че, серьезно, Амкол? И печально, и смешно одновременно? Разве так может быть? Так, еще одни ворота. 4 противника еще. Какая-то опять кровь какая-то на стенах. Прей трехдисковый, это 1С лежит. Я уже рассказывал, ребят, я все распродал. Много чего было. Все распродал. Ну, PSP осталось, в принципе. Да, блин, разбиваю уже эти ворота. По-моему, уже все ворота, которые только были, все поразбивал. Ну вот какой-то уровень, вообще позорный уровень. Я никого не вижу, ни с кем не получается подраться нормально. Они что-то между собой там... О, здравствуйте. Фига она, и прыжок. О, и ракеты. О, на меня что ли копилось? Видите, только один враг появился, сразу. Сразу уничтожил. О! Так, трэшмен. Блин, опять пустой. Да что такое? Только враги появляются, оружия нет. Оружие море. Враги где-то ездят, непонятно. Все-таки быстро у меня хпшечка тратится. Все-таки слабая броня дает о себе знать. Так, наверху поездить, пособирать что-нибудь. Мина где-то до сих пор активированная наверху осталась. Самая смешная одновременно упоротая озвучка от, в Апокалипс от Мегера на PS1. На, в упор тебе. Фига он от меня ускорился. Так, а чё, чё-то там есть, кстати. О, Рейн 2, ну-ка, ну-ка. Отлично. Да отпусти меня, блин. Ну как на самый верх-то попасть, где? Так, я свою мину, походу, задел. Еще напал. Твою мать, это просто твою мать. Опа, молния, молния. Это ты, Шигон, все помнишь эти фразы, да, которые были там? Смешной перевод. Ну, в принципе, да, если текст забавный, то он, скорее всего, запомнится. Плохо применил спецоружие. Ну где ты там возле меня крутишься? Отъедь от меня хоть маленько. Блин, ну совсем маленько уже осталось. Выше прочитай. Вставай, пленник. Сосать твое дело. Блин, кошмар какой. Такое не забыть, понятно. $20,019, это ты про чё, Амкул? А, Шантайка 5/2019, только узнал. Понял, Райкири. Ты, как всегда, рассказываешь нам, какие интересные анонсы могут выйти в ближайшее будущее. Нам особо следить некогда, к сожалению. Эх, на массивную атаку нет оружия. Так, а чё у меня опять? Я же... Ну куда тебя мотыляет, как проститутку, господи. Аптечку не смог взять, сейчас кто-нибудь прикарманит по-любому. Ладно, хоть оружие подобрал. На телефоны выйдет, а чё удивительного? Сейчас же это в порядке вещей.
iOS, iPhone, все вот эти вот. Мобильный гейминг, блин. Кстати, Апокалипс намного лучше контра на PS1, только надо к управлению привыкнуть. Тоже не играл Шигон, тоже не слышал. У меня не так много было дисков на первую Соньку. Кошмар, что за портал это, блин? В натуре как отсылка к порталу какая-то. Так, ну что, 3 противника остается, надо уже добивать их. Пока они не чухнули. Да поехал, алё. Кошмар, опять маленько осталось. 2 противника с капелькой жизни. Сейчас маленько добьем. Апокалипс и то получше. На PS1 нету контры достойной. Я обзор Девила смотрел, Пиксель Девила, на эту контру. Ну, вообще на серию... А, ну да, он же по отдельности контры обозревал. Блин, он тоже щит активировал, вот хитрец. Ну, наконец-то, наконец-то еще один. Да еще и с Брюсом Уиллисом. А, это по фильму, типа, так же, как «Пятый элемент». Я смотрел, как Чинджер «Пятый элемент» играл. Веселая игруля, конечно. Платформинг решает просто. Контры нет, но заменители есть. Тот же Metal Slug. Ну да, такая анимешная контра, можно сказать. Запомнился именно версии PS1. Потом узнал про аркадный оригинал. Он же еще на Neo Geo выходил, Metal Slug. Еще где-то у него были порты. Еще на какие-то консоли. Текст, так, Трэшмен остался и Пицца Бой. Еще с боссом возиться на этом уровне, еще последний уровень будет жесткий. В принципе, 3 жизни, ни разу не загружался, уже неплохо. Ой, какой конченый уровень, какой левел дизайн вообще убогий. Кто там, что там? Невидимость взял, что... О! У меня здоровья мало. Маловато здоровья опять. Эта хрень не разбивается? Нет. Ну и какой муторный уровень, какой конченый уровень, а. Еще одни ворота вниз, офигеть, сколько тут этих ворот. Кстати, можешь как вариант сюда их заманить. Мне бы, правда, здоровье взять. Со здоровьем, конечно, повеселее будет. Хотя я могу щит два... О! Есть, отлично. Давайте, ребятки, давайте, жду вас. О! Ты очень вовремя, трэшмен. Надо было сразу их сюда заманивать все. Отлично, прям в лоб. Просто в лобовуху. Чудная платформа. Увесистый картридж можно вставить что в консоль, что в аркаду. Домашний Neo Geo, охренеть какой дорогой. Да сейчас, по-моему... Амкол дешевого-то ничего и не осталось, связанное с ретро. Так только пара популярных картриджей каких-нибудь. Опять массивная атака не удалась, как хотел. Ну почему не заморозил? Ну что опять за читерство? О. Есть. Миньон. Босс этого уровня миньон какой-то. Ну посмотрим. Любая консоль дорогая, не могу позволить. Даже NES. Тем более флешкарик. Флешкарик что-то 6-7 косарей стоит вроде.
Но могу ошибаться. Так, здоровье у меня вроде нормально. Наконец-то до босса добрался. Может быть, с боссом получше будет. Так, что по оружию? Повар, автолоб, специалка, фаер. О, напалм. Так, наверное, я сейчас поездю, пособираю оружие, а потом тоже заманю его в подвал. Надеюсь, клюнет. В подвале маневренности поменьше и больше шансов держать его на привязи. Только бы еще какое-нибудь оружие найти. О. Ракеты фаер тоже нормально, такое средненькое оружие. Сейчас тем более. Ну о чем и речь, ребятки. Хочешь комфортно играть, ищи высокооплачиваемую работу. Либо чтобы родители были добрые. Помогали, как говорится, чем могли. Кто-то же ждет праздников, типа дня рождения. Надеются, что намекают родителям. Чтобы подарок сделали какой-нибудь. О, у меня уже два супера есть. Так, ну что, будет? Нет, он спускаться. О, а вот и он, кстати. Ни хрена себе танк. Ай-яй-яй, промазал как? Как у меня ракета Power могла промазать? О! Заколебал замораживалками шмалять, козел. Так, у меня еще. Так. Походу он меня еще раз взгреет здесь. Ну ничего, я его так в углу зажал, вообще грамотно. Так, все, я сматываюсь, жизни вообще прям. Вообще крапалюшечка осталась. Ну ничего, этот танк продамажил, вообще грамотно попал. Просто спешл атак, мессив атак. Все, что собирал, почти все на него ушло. Замечательно. Ой-ой-ой-ой, да-да-да-да, конечно, блядь. Вылез хер пойми откуда, сука. Лишь бы убить меня быстрее. Козел. Ну как он так быстро возле меня оказался? Это танк все-таки. Все, походу, кранты мне сейчас будет. Ебаный лабиринт, блядь. Мы говно, блядь. Уроды, сука, конченые. Специально ставят в жопу противника. Он где-то должен был вообще хер пойми где находиться. Я выехал из подземелья и сорвался на утек. Нет, сука, танк, сука, 60 тонн вешает, блядь. Легковой супер, блядь, суперлегковую машину догнал за считанные секунды. И сразу в жопу дамажить давай. Ракеты, хуеты, блядь. Извиняюсь. Давно не срывался, но сейчас правда что-то. А, ну и конечно аптечка, блядь. Очень вовремя, конечно. Да, 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 да. О, уже. О, нихера себе отомстил. Нихера себе отомстил он мне. Нихера себе. Где моя шкала здоровья, алло. Пиздец. Почему, когда я начинаю босса жестко дамажить, он мне отвечает прям молниеносно, я не знаю. Просто вы видели, куда шкалу здоровья, как у меня шкала здоровья исчезла? Я даже не заметил этот момент. Такое мега-комбо, я не знаю, я даже, наверное, в детстве не видел, когда играл. Просто за считанные секунды у меня шкала здоровья исчезла. Замечательно, отлично просто. Просто топ решение. Как он мог выпустить две массированные атаки? Одна массированная атака всю шкалу забирает. Да, нужно время на восстановление. Он никак не мог две атаки подряд сделать. Такой град ракет выпустил. Я не знаю, война в Сирии, наверное, и то проще была.
Ой, аж легче стало. Иногда, ребята, очень полезно высказаться. Это вот то, что комбо он мне провел, вот это дикое, когда град ракет в меня полетел. Это можно просто вырезать, разработчикам отправить и в жопу засунуть. За то, что они читерят так со своей игрой. Когда мы используем массированную атаку, у нас обнуляется шкала вот эта вот, которая предназначена для специальных действий. И она никак не может за пару секунд раз и восстановилась, и можно еще одну массированную атаку запустить. И у него нет такого оружия, чтобы такой град разных ракет летел. У него супер вообще по-другому выглядит. Ну что, последний уровень, последняя жизнь. 6 противников. Тут сразу месиво. Тут, в принципе, одна большая локация, и все происходит здесь и сейчас, как бы. Хотя тоже есть секретные лазейки, можно куда-то спрятаться. О! Калипсо приехал на финальную разборку. Ну какое чмошное оружие, все куда-то мимо летит. Уже заморозил всех, и все равно куда-то мимо летит. Все, я пустой опять. Вот, у меня сейчас написано, нет энергии для массивной атаки. И то у меня шкала почти полная была. Мне не дали провести массированную атаку. Потому что нужна вообще полная шкала. Так, ну что, погнали в комнату страха. Не понял, что не разбивается. А, надо пол проломить, ёлки-палки, нифига себе, точно. А, хер тебе. О! Все, пол проломил, поехали. Поехали собирать оружие. Слышите, музыка какая? Это комната страха, типа. Так. Блин, я, наверное, всех зрителей распугал своим рейджем. Но что-то прям реально так, что-то не по себе стало в этот момент. Так некрасиво поступить, это, конечно, вообще. Страшно, вырубай. Да, комната страха, типа. Вот, я провел массированную атаку, у меня шкала обнулилась. Так, все, опять я пустой. Опять пустой. Блин, он в меня врезался, я не хотел так. Жмется. Так, валим отсюда. В тупик какой-то приехал. Что за левел дизайн? Какой идиот его составлял? Что-то я вообще заблудился на этой комнате выбираться. И у противников всегда есть оружие. Противники, где бы ни находились, в каком состоянии, у них всегда оружие есть. Всегда, просто всегда есть оружие. Всегда есть чем нас оприходовать. Вот это меня тоже бесит прям. Так, куб... О, молния. Отлично. Олдскульных зрителей таким не напугать. Зрителей Брикмана таким не напугать, но... Меня от него никто не смотрит, насколько знаю. Так, смотрим на хпшечку. Ну и вот и чё? И чё, я юзанул сейчас самое сильное оружие в игре, молния. Хоть бы у кого-нибудь маленько хоть отнялось. Я вообще даже ничего не заметил. Ага, значит, где-то полтора часа назад стрим оборвался. Ясно. Ясно, фигово. Так, ну что, придет кто-нибудь сюда? Приедет? А, и сам же попал, ну конечно. О, Калипсо, ты дурак.
Отлично. Ювелирный выстрел прямо в Калипсо, как я и хотел. Так, 5 противников осталось. Вот сообщение не пропустил. А что ты писал, вор? Вообще должен пропускать. У меня никаких нет слов исключений. Блин, мои мины так и стоят там. Ну почему противники на них не попадают? Спасибо за подписку. К сожалению, пока не вижу, кто. Но в любом случае, спасибо. А, рейдж пропустил. Да ничего страшного, это же все можно наверстать. Тем более мне еще со сладкозубом драться. Еще будет веселуха. Так, что-то у меня здоровья мало осталось. О, заморозили и сразу... Есть, отлично. Спасибо, агент, за подписку. Спасибо за фоллоу. Последний уровень Twisted Metal остался. Интересно, нулевая жизнь будет здесь? Так-то не хотелось бы проверять. О, рикошет. Где-то есть секретный проход. Так, ну-ка на крыше еще по... А! О, интересно, я достану туда, нет? Ух ты, отлично. Только бы в поезд сейчас не врезаться, а то сразу минус жизнь будет. Где там... Свернуть где-то можно же было. О! Да. Такс. Где-то тут аптечка еще должна быть. Фартануло жестко, да? Видали, как этот паровоз проехал? Где-то тут есть аптечка. Осталось найти где. Еще один секретный проход. А, это и можно было... Блин, это можно было через тот выехать. Кстати, я забыл про этот момент, я же могу щит активировать. Ой, чуть за экран не вылетел. Ой-ой-ой. Ой, как страшно. Ой! Блин, напугал. Ну, вот камера, конечно, вообще позорная. Ой, куда это я... Вообще в какое-то пекло вылетел. Враги тоже... Сдыхают, да, Илюх, если попадут. На врагов тоже все распространяется. 4 противника осталось и финальный босс. Оружие вроде нормально пока. Так, ну как отсюда выбрать? А, вот. Все, замечательно. Микробласту осталось маленько помучиться. Так, аптечки нету. Без аптечки туго. Туговато будет. Так, а где же я подбирал? Я уже не помню. Блин, последний уровень тоже жесть, конечно. Не могли они еще больше противников засунуть? Так, ладно, Может, куда-нибудь на шару повезет? Нет? Походу, нет. Фейтс Эдикт, привет. Четвертый, потому что он у меня в детстве был. Я его относительно хорошо помню. Поэтому четвертый. Так, отлично, 3 противника осталось. Последняя миссия четвертой части. Капитан Грим сразу вступает в бой. Ой-ой-ой, мне походу крышка будет сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ёшеньки-ёй-ёй. Ну-ка, поведется кто-нибудь? Ха-ха-ха, иди сюда, дружок.
И иди еще раз. Куда пошел там аптечка, алло? Только я... Ай-яй-яй! Ну что это такое? Что за камера конченая? Просто меня скинула сейчас камера. Просто из-за того, что нормальный угол обзора сейчас не сделали, меня камера скинула. И мне сейчас крышка будет из-за этого. Тупо не успел до аптечки добраться. Ну, можно оружие даже не собирать уже. Фу. Да воюйте между собой, чё я вам зачем нужен? Ай, аптечечка, ну! Есть, отлично. Не мытьем, так катанем. Все-таки аптечку забрал. О, здесь же эти разбиваются, кстати, да. Смотрите, какая пасхалка в игре. В некоторых помещениях можно картинки выбивать. Не знаю, зачем это было сделано, но выглядит прикольно, конечно. Месиво, месиво. Капитан Грим при смерти, и тут же мне на хвост кто-то садится, судите. ЕПСХЕ лучше выдает. Добрался до дома, отойду. Не успею. Давай, Амкул, счастливо, спасибо, что зашел. Миднафин, что ли, графоний слабый? Нет. Версия эмулятора PSX, версия 1.13. Старенький эмулятор Fates Edict. Я его еще в 2007 году устанавливал. Валим, валим отсюда. А мины-то, кстати, кто-то подсобирал. О! Я знаю, знаю. Где? О! Раз. Отлично! Как лохи ведутся на эти мины. Да что вы все сюда претесь-то? Вот стоит мне куда-нибудь забуриться, наедине остаться, лезут. Сразу лезут. Козлы. Не хотят между собой разбираться. А, капец. Меднафин не запустит? Запустит, Илюх. Меднафин запускает тоже образы PS1. Мы с Вором проходили Кризис Бит. На PS1 вдвоем. Так, тут молния, интересно, есть. Восстановилась, замечательно. Ладно, на шару шмальну, может. Может, кого-нибудь, куда-нибудь. Аптечка, ух ты. Мало в PS1 играл на Меднафине. Да я тоже особо не загружал. Так, тут ничего нету. Блин, не достаю, ну ладно. Никто не хочет мои мины собирать. Хороший эмуль, но думаю, что 2007 обновили. Да, Эдикт обновили, и не раз, по-любому. Но я как-то уже привык к нему. Привык к этому эмулятору, и особо как-то... Если я запускаю, то юзаю его. Так. Куда поехал? Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка вернись. Они еще как-то задние атаки проводят. В принципе, я тоже могу это делать. Но для этого тоже какая-то... Ой, блин. Особая комбинация кнопок нужна. Готов.
отлично. Как раз сейчас на телефоне стоит. Нормально все пашет. Ну вот райкири, видишь. Лево, право, вниз. А, вот этой комбинации, да? Активируется атака назад. Ясно, эдикт, я не знал. Я основные посмотрел, вспомнил. Телепортация, щит. Потом что еще? О, нифига он ко мне прям. А, это ж последний уже остался. Так, скоро уже будет сам сладкозуб. Блин, она щит заюзала. Ай, мимо оружия проскочил. Я на телефоне вообще ничего не играю, ребята. Можно даже юзать последний вепон, если он закончится. Хорошо, Эдик, буду знать. Хотя со сладкозубом особо вряд ли это поможет. О, смотрите, враг невидимость заюзал. Так, ну мне по сути одно хорошее попадание по нему осталось. Сладкозуб, кстати, очень часто любит за аптечками ездить. Да что ты... Ай, отлично. Все, ребята, финальный... Финальный босс. Так, шкала полная. Смотрите сейчас, что начнется, какое веселье. Так, ну ладно, он пока что-то... Как только вы услышите смех клоунов, это значит, он выпустил свое спецоружие. Ультра у него жизнь, да. Вот ее-то я и опасаюсь, потому что даже полное действие щита не помогает избежать урона на 100%. У меня щит кончается раньше, чем у него спецоружие. И пока я активирую второй, он в любом случае как минимум пару делений мне снимет. Так, ну чё, сладкозуб, давай, вали сюда. Кстати, у меня турбо кончилось, нифига себе. Вот я заюзал молнию, опять ничего никому не отнялось. Даже постримить некоторые игры хотел, но там музыка не везде воспроизводится. Так, вот этот... Начинается. Смотрите спецоружие его. Нулевая жизнь. Нулевая жизнь-ка нулевая. Прополняет, просто прополняет. Ой, кошмар. Вот он применил сразу несколько своих спецоружий. Да. Одна из самых имбовых атак в истории видеоигр. Просто куча клоунов появляется. О, Светут зашел, нифига себе, ребята. Офигеть. Ко мне на стрим зашел главный босс игры. Давайте дружно его поприветствуем. Да... Клешни мои не позволяют, к сожалению, нормально с ним тягаться. О, жизнь-ка. Отлично. Ясно, Эдик, понял. Чё, серьезно? Серьезно, не шутишь сейчас? Так, ну где он там? Еще бы не зашел, ну да. Так, что-то он. Ой-ой-ой-ой-ой. Шучу, понял. Так, ну кроме спецоружия-то он будет еще что-нибудь юзать? Ой-ой-ой.
Но это, конечно, не дело. Я не знаю, как тут на одной жизни выживать. Да-да-да, еще об бочку взорвусь. Какой ужас. Какой кошмар. Я ему почти ничего не отнял. Он меня уничтожает конкретно. Придется последнюю миссию переигрывать, к сожалению. Да, было бы эпичней. Было бы эпичней, Face Edict. Но зато по-честному сказал, тоже хороший поступок. Так, он едет, едет, смотрите, караулит. Высматривает, где я нахожусь. О, эпик фейл, просто эпик фейл. Просто эпик фейл. Величайший фейл был. Приберег оружие, которое шмаляет в потолок. Я просто гений. Просто гений. Расплата, повторный раз придется миссию проходить. Да. Здоровья у него много. Может аптечку заюзать. Так, тут аптечки нет, кстати. Не, пока нету. Турбо пополнили, замечательно. Жесткая-жесткая битва будет. Ну, как всегда, все мимо. А нет, что-то я ему поотнимал, кстати. Хотя, может быть, это он сам. Где-то, может быть, он сам напоролся. Потому что куча разных... Ну, короче, куча говна раскидана по локации. Где-то... Его даже вагонетка может задеть, кстати. Вот тот поезд, который вон там наверху на рельсах катается. Чё-то он, кстати, перестал за мной следить. Неужели за аптечкой поехал? Если он поехал за аптечкой, будет все печально. Блин, а так неплохо продамажил его. Так, где там моя эта самая? Кто как тут оказался? Алло! Да как? Ну, опять эта заморозка сработала на меня. Так, главное не прокараулить момент. Едет, едет уже близко. Ломится. Ну что это за оружие конченое? Ну ой-ой-ой, жесткая, жесткая битва. Так, аптечка посередине не появилась случайно? Блять, из-за моста не видно нихера. Что-то аптечки нету. Что-то аж сердечко прям заколотилось, я не знаю, прям так страшно стало. Он же может в любой момент хоть где выскочить. Это ж такая тварь. Просто появляется непонятно где. Так, ну он пока не пополняет здоровье. Возможно, аптечек нигде нету сейчас. Да, бывает. Бывает, срываюсь, эдикт. Чего ж греха таить. Где он есть-то, блин? Если он пополнит здоровье, мне 95% даю, что я проиграл эту партию. Тебе весь раунд придется перепроходить, да, Илюха? Вот что и не хотелось бы. Вот он появился, и 1000 ракет сразу в меня. И что произошло? Куда ты улетел? О, он вниз куда-то пошел. Что ты там... Чего он там суетится? Чего-то он там...
давай умри, ну! Ну где он есть? Ну что происходит? Ну у него жизни уже нету, что... Ну чё за читер, сука! Это просто в лучших традициях. Блин, у меня аж голос, по-моему, сел от этого крика. Я сейчас соседей разбужу нахрен. Посмотрите, сколько у меня здоровья осталось. Ноль жизней. Супер, что-то все взрывается. Ракеты самонаводящиеся херачат. Как я там жив остался? Это надо будет пересмотреть раза 4, наверное. Я фиг знает. Вот что щит животворящий делает. Вот, ребята, вот эта вся прелесть вот этих приблуд дополнительных. Тихо, спокойно. Все, смотрим финальную заставку. After what the evil Dr. Roma did to me with his deadly biochemical weapon, classified as Zykox 4, all I want now is to no longer be an outcast. An outcast? I just want to be normal again. I don't want to be the only one on the planet with only half a face. Your wish has been granted, Driver! People are just normally sad, it seems. Короче, в чем прикол был? Сладкозуб более такой подлый тип. И как... В какой момент, ребята, второй раз оборвалось? После конца заставки, понятно. Короче, в чем был прикол? Орбитал пострадал в результате химического эксперимента на заводе, где он работал, я так понял. Из-за этого наполовину лишился, ну, можно сказать, тела, плоти. Ну, вы видели, какая у него внешность была. Орбитал попросил исполнить желание у Сладкозуба, чтобы инцидент как бы... Короче, Орбитал попросил Сладкозуба устранить этот инцидент, чтобы он не чувствовал себя белой вороной среди других рабочих вот этой химической этой лаборатории. Сладкозуб, он такой подлый тип. Он желание исполняет, но делает это, как сказать... Ну, короче, подло исполняет желание. И сделал так, чтобы Орбитал не чувствовал себя ущербным,
он не его внешность восстановил, а испортил внешности всех других работников завода. В этом была заставка. И суть желания орбитала переврали все по-другому. Вместо того, чтобы вернуть ему внешность нормального человека, сделали всех, с кем он работал, такими же, как он. То есть Сладкозуб ополовинил всех работников завода, как будто они тоже пострадали в этом эксперименте. Вот такие дела, в общем. Из-за чего у орбитала слеза навернулась в конце ролика, в конце заставки. Потому что Сладкозуб его, грубо говоря, кинул. После тех мучений, что орбитал прошел в чемпионате, все вот так вот обернулось. Короче, Сладкозуб оказался подлым козлом. Калипсо исполнял по-честному желание, насколько я помню, хотя тоже могу ошибаться. Или он одумался к четвертой части, я про Калипсо говорю. Ну, что-то, в общем, что-то вот в таком духе. Все было по-честному, все было эпично. Обидно, конечно, что поднасрала мне трансляция двумя обрывами. Не знаю, надо, наверное, точно с кем-то поговорить и как-то склеить это все вместе. Не хочу, чтобы разные файлы были. Я не играл в Райкири, я же говорил. У меня была только четвертая часть. Калипсо еще то животное, понял, Эдикт, понял. Но в любом случае, пару нарезок, наверное, сделаю. У камня загадали много денег, чувака убило монетами, как в Сталкере, камень. Понял, Илюх. Понятно. Да это и есть такие моменты, когда человек алчный начинает что-то просить и за это поплатится. Все в нашу алчность упирается. Финал, да, получился. Я уже чуть ли управление не бросил. Уже на нервах, в сердцах просто хотел геймпад откинуть. Так уже напоследок нажал комбинацию щита, чтобы защитой машина покрылась. И у меня как раз, кстати, энергии хватило, чтобы этот щит использовать. А если бы чуть поменьше энергии было, я бы щит не активировал и 100% проиграл этот раунд. Пришлось бы последний уровень заново начинать. Ладно, посмотрю я, что там с этой трансляцией творилось, где обрывалось, в какой момент назад появлялось. Если у меня видос, я придумал, как я сделаю. Если у меня видос остался целиковый, я его отдельно залью, как полноценный. Ну, а стрим уж как получился, так и есть. Сейчас я это все проверю по горячим следам. 2,5 часа шли бои, ожесточенные, за желание, с которым нас кинул Сладкозуб. Не знаю по поводу других частей, но, в общем, драйв я получил, надеюсь. Часть этого драйва вам тоже передалась, кто смотрел. Но последняя битва в самом прямом смысле получилась эпичная. Я не ожидал, что так будет. Вы сами видели, какой супер прием у Сладкозуба, как он херачил меня. Как некрасиво повел себя босс предыдущего уровня, когда мне всю шкалу обнулил. В общем, финал получился такой бодрый. Спасибо всем, кто смотрели. Вот такая выдалась у меня первая игра на первую Соньку. Я не считаю то, что мы с Варом проходили Кризис Бит. Это немножко другая тема. Я говорю именно про игру на PS1, которую лично я прошел один. Да, эпичности хватало, конечно. Посмотрим. Да, посмотрим, ребятки. У кого желание есть, хотите, пересматривайте сначала. Там тоже такие трассы веселенькие были. Пару раз я на грани выживал, аптечку вовремя подбирал. Посмотрю сейчас, что там творится с записями, что как сохранилось. Всем спасибо еще раз, кто смотрел, переживал все эти моменты. Что будет следующее, пока не знаю, как обычно. Вот как вот здесь вот сложится, как вот здесь вот будет что складываться, как у меня извилины повернутся, так следующая игра и выпадет на стрим. Да, Илюх, спасибо. Спасибо, ребятки. Ну все, до новых встреч. Спасибо агенту за подписку, за новый фоллоу. Увидимся на новых стримах, может, даже завтра. Илюх, напомни мне, что ты хотел, чтобы я тебе ВК скинул.
Все, ребятки, всем счастливо. До новых встреч. Еще увидимся. Еще повоюем.